Телеканал «Июнь» приглашает междуреченцев на экскурсии. Журналисты расскажут все о работе на телевидении. В нашей студии побывали второклассники гимназии номер 6. Как это было после короткой паузы? У меня все. С вами был Михаил Чеканов. Хороших вам выходных. Жили-были старик со старухой. Вот однажды старик говорит: «Испеки-ка мне, старуха, колобок». «А ты по амбару поскреби, по сусеку помети, глядишь, и наберешь муки на колобок». Замелай тесто на сметане, состряпала колобок, положила его на масле. Колобок полежал, взял. Да и покатился. Дикция, чтобы хорошая была у ведущего, надо что? Тренировать свой голос с помощью скороговорок. Через реку видит грека. Видел грека в реке рак. Ужа ужалила ужица. Ужу с ужицей не ужиться. На дворе трава, на траве дрова. Не руби дрова, на траве дрова. Матрос принес набор, на борт матрас. Выловили, да и не выловили. Проходите, заходите. Я никогда не был в съемке. Но это помещение вы видите постоянно в эфире, да? Да. Это наш съемочный павильон. Ты фоткаешься, что ли? Вы на канале «Июнь», «Новости плюс». И о чем вы занимаетесь таким спортом? Калате. «Новости плюс». Меня зовут Соня Попова. И у нас в гостях Магер Женя. Кем вы хотите стать? Музыкантом. Меня зовут Маликевич Маргарита. Как вас? Меня зовут Вика Ивахник. У вас есть домашнее животное? Если да, то какое? А у меня есть домашнее животное — кошечка. Жог. Танцы. Вы куда-нибудь еще ходите? Да. В музыкальную школу. У вас есть животное? Да. Какое? Хомяк. А какой породы? Домашний. Я не мой междуреченск. Я Маргарита Маликевич. Это, изучать всякие профессии и все такое. Конечно, потому что это очень интересно. Я в гостях будущий боксер Междуреченска. Вы на канале телеканал «Июнь». Сегодня мы подготовили новость. Меня зовут Самолюк Дарья.